Ефимович родился 22 ноября 1906 года в деревне Озерово, ныне Ирбитский район Свердловской области. Награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Окончив в 1930 году Тверское кавалерийское училище, был назначен командиром кавалерийского взвода. В 1935 году был уволен в запас. В 1941 году, в июне, вновь призван в действующую армию. Участвовал в оборонительных боях на территории Молдавии, на реке Днепр, Киевской оборонительной операции, Калужской и Белевско-Козельской. В боях под селом Краснопавловка был убит. Похоронен в братской могиле в селе Краснопавловка. 27 февраля 1943 года взвод 2-го гвардейского кавалерийского полка под командованием гвардии лейтенанта Озева попал в окружение. Командир взвода, умело маневрируя огневыми средствами, выстроил круговую оборону и вел 5-часовой бой с танками и пехотой врага. Взвод уничтожил 2 танка, бронемашину и до 2 взводов живой силы врага. Командир лично уничтожил 16 вражеских солдат, был ранен, но продолжал бой и командовал своим подразделением. От повторного ранения скончался.